брат, это, блядь, 425-й, блядь. Ой, блядь, недалеко до туда еще. Давай, отведи туда, я пойду на шейке. Нижнюю проверю, блядь. Добровку.
Да, на меня с головой на шерсть. Что ты? Что за хайвин? Знаешь? Да. Это, блядь, старый. Металл, просто, блядь, съебалась. Я вижу вас. Я так сразу подошел. Еще месяц. Занимайся им, тогда я другим месяцем буду заниматься. Или что? Да, я этого уже пробил. Отлично. По своему попал, блядь, на 6 минут заходил, зацепил, теперь болтает. Так? Да, теперь скажи, где ты? Так, там же? 4037. Понял. Ну что ты? Там, второй. Вижу. У тебя тут вас трое там. Трое, да? Два мессера. Вот ты на нижнего заходишь, а еще верхний.
верхней поры. Заход. Здесь почему-то звук не записался, поэтому без звука смотрим.
Короче, смс-ки нет, я на север полетел. Мать, ёбаный трактир, блядь. Это там же? Да, я боюсь специально, блядь. Стоян бана. Вот ты, блядь, а?
тороплюсь, блядь. Ты как в фильме «Кавказская пленница», а? Торопиться надо. Мотор завелся. Обороты 100. Радиатор 100. Зеленотан. Так, ну нет, ты уж. Значит, в облаке идет. Думаешь, еще идет? Конечно. Где-то там 7 или 8 квадратов маячные. Сверху. Блядь, че там штука, блядь, летом? 360 с подвеском больше не пойдет. Три лада можно уехать на взлете, ничего не догнать. Ух, ебать, на его крутит, сука. Ебаная дельта древесина, блядь. А ты на какой высоте, Маляр? Да я от нулей, да, сейчас поднимаюсь на облака. Ну и на Али я дальше пошел на цель. На трейнстейшн. Чё, ты не будешь штуку убивать? Так я её не вижу, я тоже прошел даже к ней. Блядь, подежурить надо возле там, раз ты её не видишь. Значит, она в облаке идет. Вот прям, раз вам сказали, и все, хуяк она, вот он, на весь экран тебе, блядь. Он уже, ёптать, сколько раз он его ёбнул? Раза два или три, это он, блядь, не знал. А что ж, сорвётся парень, начнёт хуйню всякую писать. Да ну нахуй, как ты, сука, вышел, да охуёшь. Смотрите, явный пример того, как нельзя на мессере заключиваться с яком.
схуяли победа, бля. Еще один пример, как нельзя закручиваться с яком. Посмотрите, явная тактика дуэлянта — довернуть, дотянуть на щитках, на закрылках, блядь. Полный слив боя, полный. Так, мессер надо мной, кадет. Да я вижу. Кадет, скажи, он мне... на тебя переворачивается. Да я вижу. Над тобой, сейчас он все начал на тебя пикировать. Да, ну, кадет, квадрон, скажи. Все, сейчас ты его уебешь, он теперь ничего не сделает. Еще один вираж. Кадет. Я солнце, я вас не вижу, подожди, маляр. Сейчас найду. Вот, инверсия, все на 3000 они танком подошли. Да? Рэш танком и над танками. Оно дал рэш. Вижу. Ну вот, на меня два мессера заходят. Хули, ну. Блин, вижу. В чем инверсия?
Пусаны, пасаны, выдержите штаны. Давай, 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 Рыжий, пошел. О, бери вот этого вот, да-да-да. А я этого возьму. Неужели, блядь? Блядь, Рэш, верхнего сможешь забрать? Да? Верхнего? А, давай этого бери, да-да-да, давай-давай-давай. Рэш, радиаторы закрой, догоняй. На нахуй, догон. Ты их ловко прокидываешь. Один попал, дымился туда же, бам-бам, и все. Да ёбан! What the fuck? Как так? Ты же метров 10 от этой был. Так, Рэш, мой пошел за тобой. Поверхность. 700 метров, нахуй. Это танк, урма? Да. 700? Блин, мало. Чисто, чисто, пока работает. Ты подо мной рвал танк или на сон? Нет, пока нормально, ты взорвался над танком. Он целый был. Не, он дымил. Ага. Дымил? Я по ним поработал. Работа, он работает. Дымил, да, я поработал по ним. Ой, блядь. Ну, блин, ну он... Уходит, гаденыш. Какой пандон. Меня прохуярило, меня какая-то. Да, руль высоты все перебил. Бля, там еще один что ли? Ну меня по низам пробила машина. Ух! На 3 метрах, блядь, вышел. Парашют. Заново заряжаемся, надо делать. Или что? Ну-ка, стрелка возьми, блядь. Поможешь? Что, что надо? Да ёб твою так, мать. Ну надо же убивать или чё? Ну да. Возьму-ка я стрелка. Может, ты мне поможет? Остался один. Думаешь? Да. Ну давай лага возьми. Или чё? Или бери этого. Так, я хочу. Мой на тебя пойдем. Разворачивается, блин. А чё, Марина? Так, это вбирать. Ну, у тебя 6-6-6-6-6 в воде. Я вижу. Ну да. Или сама. Давай закроем колонну, то есть и потом целик от пухлого остается. Там можно... Здесь не выбьешь бомбами, блядь. Ну пойдем со мной, потом сходишь, маленький. А? Доработка. Так, еще один пришел. Рэш, давай-давай этого бери. Да не бойки, танки бери и погнали. Ну и лага. Не-не-не. Пять. На Эле? Не, на Эле. Шипом. Да, я думал, тут уже на Эле. Блять, нас там прикрывать никто не будет. Эти-то бьются, видишь? А один по низам шикарит. А на лагах мы бы и друг друга прикрыли, и танки выбили бы. Ладно, болтал, чё бы тебя побежать. Так, ладно. Рэш, как дела у тебя? Да нормально. Топлив сколько? Уходит. Нет, 60 делаем, 60, по-моему. Сука, ебаная! Как это? 37, а, это самогон. 37, чтобы не бойки. Блять, хотел последнюю атаку, нахуй, блять, домой. Пистыдали, нахуй, пистыдали, блять. Чё-то он на восток разворачивается. Я боюсь здесь миссию. Ты на якоре стоишь. Готов, на. Ага, ты справа. Рэш, что там твой, где? Да сейчас, наверное, прыгать будет. А, ну все тогда, отлично.